16 декабря 1991 года Казахстан стал независимым суверенным государством. Формировались новые отношения с мировым сообществом. Становилась молодая казахстанская дипломатия. Министерству иностранных дел Республики Казахстан всего 20 лет. Но за эти годы была проделана огромная плодотворная работа. Сегодня очень важный день. В истории нашей новой столицы мы открываем здание Министерства иностранных дел. Если вспомнить историю, после развала Советского Союза Министерство иностранных дел состояло из 10 сотрудников и ютилось в маленьком особняке в Алмате. То есть фактически внешней политики нашей страны не было. Мы ее выстроили заново. Вместе со всеми центральными органами в 1997 году переехала сюда и МИД. И мы предоставили ему здание бывшей гостиницы «Москва» здесь, в Акмале. Теперь вот вслед за парламентом, президентским аппаратом, министерством обороны переезжает сюда Министерство иностранных дел. Сегодня Казахстан выстроил свою внешнюю политику. Мы имеем высококвалифицированных дипломатов. Казахстан представлен сегодня почти во всех государствах мира, с которыми мы имеем сегодня отношения, и, конечно, международными организациями. Наше министерство, наши дипломаты ведут огромную работу по всему миру для того, чтобы показать значимость Казахстана, который входит в мировое Содружество государств. Я поздравляю всех наших дипломатов с этим замечательным зданием. Уверен, что наши дипломаты будут делать все от них зависящее для подъема престижа нашего государства во всем мире. Первые дипломатические отношения независимый Казахстан установил с Соединенными Штатами Америки. Ведущая экономическая, финансовая и военная держава мира, первой официально признала независимость Республики Казахстан. Между Казахстаном и США установлены отношения стратегического партнерства, которые базируются на прочной договорной правовой базе. Соединенные Штаты Америки признали Казахстан первыми из зарубежья 26 декабря 1991 года. И, конечно же, для молодой страны, как Казахстан, только появившейся на политической карте мира, это имело огромное значение. С тех пор отношения между Казахстаном и США идут только по нарастающей. Какие бы администрации ни приходили к власти в США, наша страна, руководство нашей страны, всегда находила самый плодотворный и результативный язык с лидерами Америки. Наиболее рельефно в наших отношениях смотрятся такие сферы, как нераспространение, вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение в глобальном масштабе признан всеми. Это наша визитная карточка, если хотите. Мир, к сожалению, и наш регион неспокоен, поэтому Казахстан, Астана и Вашингтон регулярно поддерживают активный диалог по всем вопросам, которые угрожают миру во всем мире и в нашем регионе. Мы по праву называем отношения США стратегическими. Американские лидеры признают особое значение Казахстана, дают высокую оценку крупнейшим достижениям, которые наша страна смогла достичь. Американцы видят весь потенциал углубления взаимоотношений с нами. Я думаю, что эти отношения будут соблюдать и сохранять ту тенденцию роста, тот вектор роста, который наблюдался все эти 20 лет. Экономическое, энергетическое сотрудничество
также не менее рельефно смотрится в наших отношениях. Все крупнейшие энергетические компании мира, ведущие позиции в мире занимают, конечно же, американские энергетические компании, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips. Все они зримо и очень активно присутствуют на нашем рынке. Все сервисные компании этого сектора также присутствуют на нашем рынке. Но задача Казахстана, наш приоритет экономический является диверсификация экономики, расширяется палитра нашего инвестиционного сотрудничества с другими компаниями. Яркими примерами здесь является General Electric, которая построила современное производство локомотивов в Казахстане, в Центральном Казахстане, в Астане. Есть масса других примеров очень плодотворного инвестиционного сотрудничества в банковской сфере, в секторе услуг, в строительной сфере. Без ложной скромности скажу, что мы очень известное, популярное посольство в Вашингтоне. Наши двери всегда открыты, и вашингтонцы знают об этом. Гордость нашего посольства – это аутентичная казахская юрта со всем убранством. Мы здесь принимали несколько серий популярных телепередач. Утренний канал теленовостей Fox, популярный ведущий Зиммерман, передача, которая рассказывает о кухнях разных народов мира. Вот за этим круглым столом, за дастарханом, мы с ним кушали жылқын етін жедік. Барсаки нашим попробовал, нашу каспийскую икру попробовал. Очень такая красочная передача была. Мы открываем двери посольства в рамках культурного проекта Вашингтона для широкой публики. И отзывы простых американцев о нашем культурном наследии просто поразительны. Здание посольства Казахстана в США находится в центре Вашингтона на 16-й улице, в трех кварталах от Белого дома, на перекрестке старого и нового посольского ряда. Здание было спроектировано американским архитектором Ричардсоном в 1888 году для вдовы покойного Уильяма Шилда, владельца газеты «Норфолк» Сьюзан Шилд. С 1910 по 1912 годы в этом доме жил 27-й вице-президент США Джеймс Шерман. И сегодня здание посольства известно в округе как «Дом Шермана» – «Шерман Хаус». Посольство работает в этом здании с 1998 года. Внутренняя отделка сохранила первоначальный вид. Красное дерево с богатой резьбой и уникальная художественная лепка. Для встречи гостей и проведения торжественных приемов отведены гостиная, белая комната, большой зал. Особое место занимают уголок, оформленный в виде юрты, с присутствием национальных атрибутов казахского быта, и золотая комната, где представлены традиционные казахские ювелирные изделия. Перед зданием установлен монумент независимости, который был открыт в 2006 году во время официального визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в США. Золотой человек, оседлавший снежного барса, символизирует прорыв успешного Казахстана в будущее. Алмат Айдарбеков, консул. Алмат с детства мечтал стать дипломатом. Юношеские интересы и увлечения привели его на факультет международных отношений. Окончив турецкий университет, он поступил на дипломатическую службу. Мой отец, Такибай Айдарбеков, работал бухгалтером. В настоящее время он пенсионер. Мама, Саймакамбетова Арынкуль, учитель математики, сейчас тоже пенсионерка. Они живут в Алматы. На мое увлечение международной политикой в первую очередь повлияли интересы моего отца, так как он смотрел международную панораму, читал о политике. Также и я интересовался этой сферой. У меня трое детей. Сыну 10 лет, дочери 4 года, и этим летом родилась вторая дочка.
В свободное время мы вместе с семьей посещаем исторические места. Вчера побывали на могиле Джона Кеннеди. Она расположена неподалеку, на кладбище Арлингтон. Я хотел объяснить детям всю важность этого места, значение вечного огня. У этой страны есть своя история. В странах, где я работал, Турции, Британии, Америки, я акцентировал внимание на особенности этих стран, их историческом наследии. Все, что касается истории их родины, особенно важно для людей, живущих в этих странах. Тогда они все остальное отодвигают на второй план. На первом — история их страны и народа. Нам, как народу, стоит поучиться этому. У англичан есть понятие «englishness». Это соответствует казахскому «казакылык». Надо обратить внимание на сущность этого слова, на то, какой смысл мы вкладываем в него. Заострить внимание на то, как мы относимся к своему происхождению. Когда британцы говорят «britishness», они произносят это с особой гордостью, за которой скрывается тысячелетняя история этой страны. Здание посольства является историческим объектом Вашингтона. И менять здесь по своему усмотрению ничего нельзя. Ни одного кирпичика, ни одной оконной рамы. Это не только внимание к зданию, это внимание к истории. Мы впитываем все это и передаем своим детям. Передаем им знания, которые научат их уважать свою страну и чтить ее историю, чтобы в будущем они с таким же глубоким чувством относились к своей родине. Бұл не деген сөз? Бұл тарихқа көңіл бөлу, тарихи жәдігерлерге мұқият қарау деп есептейм. Бұл мемлекеттер, жаңа жүрген жеріміздегі көрген нәрселеріміз, және бұны біз өзіміздің отбасымызда да айтып, және түсіндіруге тырысамыз, өзіміздің тарихқа да балаларымызға былай айтқан уақытында айтып отыратын нәрсеміз, тарихымызға өте мұқият қарау. Дана Хусаинова, второй секретарь посольства. Закончила Евразийский университет имени Гумилева. В посольстве уже более 3 лет. Я здесь, в посольстве, была ответственна за председательство Казахстана в ОБСЕ. То есть это была определенная команда. Я была одним из членов этой команды. Мы работали по казахстанскому председательству. Было очень много разных подходов, нюансов к нашей стране, недопониманий. Где-то к нам относились с подозрением, в чем-то нас поддерживали. Знания мои позволили мне, по крайней мере здесь, правильно сформулировать свои мысли, правильно подать посылы нашим американским партнерам в том, что Казахстан — это надежный партнер с долгосрочным видением в области политического развития. И все основы, которые сегодня заложены в нашем государстве, они позволят там реализовать нам и те же, там, не знаю, золотые стандарты в области демократии, прав человека и так далее. И у меня есть несколько таких людей, которыми я очень восхищаюсь. Во-первых, это Абай. Конечно, Абай. Потому что человек такой величины, написавший основы, наверное, мировой мудрости, но для нас нашей казахской мудрости. Именно его словами я руководствуюсь, когда принимаю те или иные решения. Я еще восхищаюсь еще одним политическим деятелем, который заложил основу нашей государственности, нашей независимости. Это человек, он позволил Казахстану не только стать независимым, он позволил Казахстану стать уверенным. Он позволил стать Казахстану и вот этому подрастающему поколению настолько уверенным не в сегодняшнем дне, а уверенным в завтрашнем дне. Романтика этой профессии заключается в том, что, будучи далеко от своей родины, будучи далеко от своей страны, ты всегда чувствуешь ее дыхание. И ты должен не только чувствовать, ты должен уметь передать это дыхание, особенность своей страны здесь, совершенно чужим людям, совершенно чужой культуре, который очень сложно понимает твою культуру, сложно понимает тот язык, на котором ты пытаешься с ним разговаривать, даже если это английский.
только ты можешь соединить свою страну с чужой культурой и объяснить чужой культуре, что означает твоя страна и почему именно твоя страна особенная, почему она должна быть первая, почему она должна быть лидирующая, почему она должна быть понятой вот этим чужим, совершенно незнакомым народом. Ты не можешь быть дипломатом, если ты не любишь свою страну со всеми ее достоинствами и недостатками. Казахстан в США представляют энергичные и талантливые молодые люди, работающие под руководством чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан Ерлана Идрисова. Это квалифицированный молодой дипломатический состав новой формации, представляющий интересы Отечества в мировом сообществе. Рим. Вечный город. Колыбель цивилизации Западной Европы, хранитель бесценных культурных сокровищ и богатой истории. Колизей, базилика Святого Петра в Ватикане, замки, храмы, дворцы, фонтаны, сохранившиеся фрагменты античных построек. Все это Рим, столица Италии, страны, занимающей важное место на мировой политической арене и в системе международных отношений в целом. Дипломатические отношения Республики Казахстан с Итальянской Республикой были установлены 12 июня 1992 года, и уже в следующем году в городе Алматы открылось посольство Италии. Открытие посольства Казахстана в Риме состоялось в 1996 году при первом после Республики Казахстан в Италии Олжасе Сулейменове. Сотрудничество между Республикой Казахстан и Итальянской Республикой в культурно-гуманитарной сфере, области образования и науки расширяется. Результатом совместного казахстанско-итальянского научно-исследовательского проекта стала публикация книг по истории религии, распространенных на территории Казахстана, начиная от шаманистских верований и зороастризма до мировых религий, буддизма, христианства и ислама. Книга Ахмед Исави, казахский мыслитель, поэт и суфи, привлекла большое внимание многих итальянских ведущих орентологов, тюркологов, специалистов по Средней Азии. Автор книги впервые перевел с чагатайского языка на итальянский язык некоторые хикметы Ахмеда Исави. Мы гордимся созданием диалоговой площадки ECIMED для стран Центральной Азии и Средиземноморья. Как генеральный секретарь института ECIMED, я горжусь взаимоотношениями между Казахстаном и Италией. L'ambasciata in Italia del Kazakistan, ma l'ambasciata ha scelto come strategia. Посольство выбрало в качестве стратегии сотрудничество с регионами, с местными властями, провинциями, муниципалитетами Италии, потому что Италия – это не только Рим. Италия – это прежде всего Сардиния, Сицилия, Калабрия, Венето, Трентино, Пьемонт, Тоскано, Эмилия-Романья и другие провинции страны. Это те структуры, которые дают Италии сегодня истинную силу, реальный толчок к развитию, которые представляют возможности новой Италии, ее роста. Работа посольства Республики Казахстан в регионах была наиболее правильным выбором для успешного развития и роста отношений между Италией и Казахстаном. Посольство уже преуспело в области культуры, преуспело в институциональном секторе, но лучшими результатами его деятельности стали налаженные отношения в итальянских регионах. Выбрав данное направление, посольство Казахстана вызвало нарастающий интерес провинций к своей стране. Расположено посольство Республики Казахстан в здании восстановленной виллы Манзони. С 2003 года на протяжении 5 лет здесь велись работы по реконструкции здания, по реставрации внутренних помещений и восстановлению парковой зоны,
площадью в 9 гектаров. Здание виллы Манзони является уникальным историческим объектом и представляет большую ценность не только для итальянского народа, но и для всей мировой культуры в целом. Реставрационные работы этого объекта рассматриваются итальянской общественностью как большой вклад Казахстана в сохранение культурного наследия и исторического достояния итальянского народа. Современное посольство Республики Казахстан в Риме – настоящий исторический комплекс, олицетворяющий собой различные эпохи. Здесь, на холме между улицами Старая Кассия и Кассия, была расположена резиденция соправителя Марка Аврелия, древнеримского императора Луция Вера. Великолепный панорамный вид, открывающийся из окон здания, во многом объясняет причину, почему Луций Вер и императорская семья выбрали именно это место. По свидетельствам историков, эта вилла была самой красивой и самой богатой в древнеримском пригороде. Античные постройки на возвышении смотрелись особенно внушительно. Во время работ по реконструкции парковой зоны произошло сенсационное открытие. Были обнаружены фрагменты амфитеатра с прилегающим к нему служебным коридором и портиком. Рядом с амфитеатром располагался зал, в котором практически в изначальном виде сохранилось мозаичное покрытие. Мозаика изображает сцены проведения спортивной борьбы, театральных спектаклей и сцены из повседневной жизни двора Луция Вера. В ходе проводимых на вилле Манзони археологических раскопок были обнаружены античные стены в подвальном помещении здания. Современное здание посольства опирается на стены древнеримской императорской виллы, которая процветала вплоть до XIV века нашей эры и с приходом христианства в Римскую империю была практически полностью разрушена. Современная вилла Манзони построена известным итальянским архитектором Армандо Бразини в середине 20-х годов XX века для графа Гаэтано Манзони, дипломата, принадлежавшего к прославленной итальянской семье Манзони. Проект виллы сохранен в историческом архиве Капитолия и дает представление о планировке помещения. Вход в здание завершался грандиозным полукруглым залом с выходом на смотровую площадку с видом на парк. На первом этаже виллы бурлила светская жизнь семьи Манзони. Сегодня в зеркальном зале посольства проходят встречи с официальными лицами. В каминном зале проводятся переговоры. На втором этаже находятся рабочие кабинеты посольства. На последнем этаже в мансарде располагается библиотека. Посольство Казахстана в Италии является одним из красивейших заграничных учреждений Республики Казахстан. Это неотъемлемая часть вечного города и историческая ценность для всего итальянского народа. Отношения между Казахстаном и Италией развиваются на должном уровне. Роль Казахстана в Центральной Азии весьма значительна. Казахстан – это стабильное государство, являющееся лидером в Центральноазиатском регионе. Это позволяет оказывать влияние на политические и региональные процессы. Для Европы Казахстан – важный стратегический партнер. Под руководством чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Итальянской Республике Хамзаева Алмаза Насреддиновича за 5 лет профессиональная команда провела крупномасштабную работу по реконструкции и восстановлению исторического здания посольства Казахстана.
благодаря слаженной работе коллектива посольства, отношения итальянского и казахстанского народа становятся по-настоящему дружескими. Объединенные Арабские Эмираты – арабское федеративное образование, включающее 7 эмиратов. Это одно из развитых государств мира с высоким уровнем жизни и интенсивно развивающейся инфраструктурой. Дипломатические отношения Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами были установлены 1 сентября 1992 года. С 1997 года в городе Дубай функционирует консульство Казахстана. В связи с активно растущими темпами двустороннего взаимодействия в политической, культурной, экономической сферах между главами государств двух стран было принято решение об открытии посольств. В результате этого решения 17 декабря 2006 года в городе Абу-Даби было открыто первое посольство Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. 16 декабря 2009 года в дипломатическом квартале состоялась церемония открытия нового комплекса посольства Казахстана. Это одно из немногих посольств, на территории которого расположен настоящий спортивный комплекс, включающий бассейн, теннисный корт и тренажерный зал. Интерьеры посольства по-восточному богатые и имеют сходство с резиденцией президента в Астане Акордой. Новый импульс развитию двусторонних отношений придал недавний официальный визит президента Нурсултана Назарбаева в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в ноябре 2011 года. В ходе этого визита были рассмотрены наиболее важные направления развития взаимоотношений между двумя странами. Сегодня между Казахстаном и Эмиратами интенсивно развиваются отношения в сфере экономического сотрудничества. Экономика – это основа нашего сотрудничества между двумя странами. Разные механизмы используются с целью придания динамизма, с целью заполнения ниш. В 2009 году, в частности, по инициативе нашего президента, был создан фонд «Аль-Фалях», фонд совместных инвестиций в нефтяную и энергетическую сферу. Там в фонде капитализация порядка 500 миллионов долларов с равным участием казахстанской и эмиратской сторон. Целью открытия банка «Аль-Хиляль» было создание благоприятных условий для арабских и исламских инвестиций в Казахстан. Создание банка «Аль-Хиляль», исламского банка, кстати, это первый исламский банк на всем постсоветском пространстве, стало очень важным шагом на этом пути. Зачастую инвесторы останавливаются перед тем, как направиться в нашу страну. Для них непонятна система нашего законодательства, непонятна система преференций и выгод, предоставляемых для них в будущей работе. Открыв банк «Аль-Хиляль», мы многие из этих вопросов снимаем, потому что банк работает полностью по принципам и правилам, принятых в арабском и исламском мире. Это не казахстанский банк, это арабский банк, это банк из Эмиратов, который работает в Казахстане. Отдельно я хотел бы рассказать о Абу-Даби Плаза. Реализация этого проекта была бы невозможна без установившихся братских отношений, теплых отношений между руководством двух стран. Именно в знак уважения к Казахстану, именно в знак уважения к лидеру Казахстана, президент этой страны шейх Халифа бин Заид Аль-Нахаян принял решение о строительстве в центре Астаны, месте расположенном сразу за Министерством обороны на левом береге, в одном из красивейших мест нашей новой столицы, комплекса под общим названием Абу-Даби Плаза. Этот комплекс включает в себя и торговые площади, две гостиницы, жилые апартаменты, офисные помещения. В целом инвестиции в этот проект составляют более 1 миллиарда долларов.
Это полностью эмиратские инвестиции. Эмиратская компания Aldar Properties, которая осуществляет строительство этого проекта. Мы непосредственно работаем в тесном контакте с этой компанией. Руслан Коспанов, второй секретарь. Родился в Шалтынском районе Северо-Казахстанской области. Рос в многодетной семье сельских работников. Отец Руслана – агроном, мама – бухгалтер. Учился в Египетском университете Аль-Аскар. Работал в департаменте, курирующем арабские страны. Изначально у меня были страны Северной Африки, Марокко, Алжир, Египет, которые я курировал. Затем мне передали страны залива, Персидского залива, куда вот ходили непосредственно Объединенные Арабские Эмираты. Для меня интересно, во-первых, то, что приобретаешь на самом деле неоценимый опыт работы. Это общение с людьми, общение с людьми разного уровня, разного менталитета, разной культурной прослойки. То есть это помогает сориентироваться в нужной ситуации, принять правильное решение. И работа дипломата – это все-таки работа, на которой ты представляешь лицо своего государства, своей родины. Поэтому это очень ответственная работа. Здесь не может быть там каких-то ошибочных слов или чего-то. Ну, то есть эта работа, она помогает мне лично, допустим, контролировать самого себя. То есть я самодисциплинировать, заниматься самосовершенствованием. И работа дипломата, она позволяет не останавливаться на одном месте. Новые финансовые структуры, грандиозные экономические проекты, безупречное политическое сотрудничество – вот результат профессиональной работы дипломатического представительства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах. Посольство Республики Казахстан в Брюсселе работает с 1994 года. Этому зданию более 110 лет. В настоящее время эта усадьба занесена в список муниципалитета Уккель как архитектурное и историческое достояние региона. Район, где расположилось здание посольства, называется коммуна Уккель. Она была образована в 1795 году под французским управлением. Этот красивый и престижный район Брюсселя расположен в лесопарковой зоне столицы Евросоюза. Он является четвертым по численности населения и имеет репутацию дипломатического района. А знаменитый лес Укля-Лакамбр служит не только местом для отдыха всех горожан. Через него проходит скоростная дорога, соединяющая Уккель с центром города. В Брюсселе разместились штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, секретариат стран Бенилюкса и Западноевропейского союза. И в этом же интеллектуальном центре Брюсселя работает дипломатическое представительство Республики Казахстан. Европейский Союз признал в 1993 году Казахстан как независимое государство. Вы знаете, это уникальное интеграционное объединение. И вы знаете, расширение Евросоюза до 27 членов государства – это на самом деле признание того, что посольство на данном направлении работает очень активно. Наше молодое государство за годы независимости стало для Европейского Союза первым торговым партнером, который является не только поставщиком энергоресурсов, а является тем надежным партнером Центральной Азии, который дает новый уровень взаимоотношений. Европейский Союз отметил Казахстан как страну с хорошим инвестиционным, привлекательным климатом. Только один яркий пример тому, что Европейский инвестиционный банк в прошлом году получил мандат на работу с Казахстаном. Это большое достижение, потому что Европейский инвестиционный банк – это один из крупнейших банков, который
обладает мандатом работы не только на рынке Европейского Союза, но и за пределами. Это большой банк с 167 миллиардами уставного капитала, и который в свое время был создан для того, чтобы поднять экономику Европы. Готов инвестировать более 2,4 миллиардов евро на новые проекты касательно развития альтернативных источников энергии. В целом это будут новые проекты, новый уровень взаимоотношений, не только в рамках индустриализации, но и в рамках новых инновационных подходов. Европа признает Казахстан как стратегический партнер, Европа признает наши достижения. Мы не только работаем с Европейским Союзом, мы еще работаем с Советом Европы. Отдельное отношение у нас с НАТО, и это на самом деле большой блок вопросов, который касается региональной и глобальной безопасности. И Казахстан на сегодняшний момент для НАТО представляет собой не только надежного партнера по обеспечению безопасности в регионе, но и является тем государством, которое на самом деле через план действий партнерства показывает лучшие подходы и соответствующие методы по развитию региональной безопасности. Только маленький пример тому, что Казахстан выделил 50 миллионов для подготовки 1000 афганских студентов, вызывает большой отклик не только в НАТО, но и во всех европейских институтах. И в ближайшее время наши студенты, которые афганцы прошли подготовку в наших университетах, посетят штаб-квартиру НАТО, и это большое признание того, что Казахстан делает большой вклад в обеспечение региональной безопасности, содействует тому, чтобы экономическое восстановление Афганистана шло быстрыми темпами. И все эти оценки руководства НАТО и в целом институтов Европы вызывают очень большую оценку. И во время официального визита президента в Брюссель посольством была организована большая выставка, презентация всех новых направлений работы Казахстана и Европейским Союзом. Были презентованы все проекты, которые представляют наибольший интерес, и те проекты, которые будут финансироваться через Европейский инвестиционный банк. Сегодняшний вектор сотрудничества Казахстана и Европы еще раз говорит о том, что существует реальная платформа казахстанско-европейского сотрудничества. Такие крупные компании, как Total, Shell, Statoil, взаимодействие в области энергетики, Сарева и многими лучшими компаниями Европы, и работа нашей компании еще раз говорит о том, что мы заложили долгосрочную стратегическую основу сотрудничества, и на сегодняшний момент все взаимодействия в новых сферах, как телекоммуникации, направление новых технологий в различных областях, еще раз говорит о том, что существует большой потенциал, и Казахстан, и Европейский Союз на самом деле являются большими стратегическими партнерами. Нурбек Ергишбаев, первый секретарь. Родился в Кызылординской области, в поселке Терен-Узек. В 2002 году с отличием закончил факультет финансы и кредит в Государственной академии управления. В 2006 году закончил Даремский университет. Работал в Министерстве индустрии и торговли. Отвечал за вопросы вступления Казахстана в ВТО в части финансовых услуг. То есть проводился глубокий, тщательный анализ возможных последствий вступления Казахстана в ВТО для финансового рынка. В 2007 году Министерство индустрии и торговли рекомендовало меня на работу вторым секретарем в посольство Казахстана в Брюсселе. Как известно, в Брюсселе находится штаб-квартира Европейского Союза. Европейский Союз включает в себя 27 стран-членов, и от лица всех стран выступает Еврокомиссия в части переговоров по вступлению в ВТО. Хотел бы остановиться на преимуществах ВТО. ВТО – это такой клуб, элитарный клуб, куда входит более 150 стран. Главная задача – это привлечение инвестиций, которые позволят нам диверсифицировать экономику, создать дополнительные рабочие места и улучшить социальное положение. ВТО – это в первую очередь, конечно, обмен товарами на равных условиях со всеми странами. Как известно, Европейский Союз занимает первое место среди торговых партнеров Казахстана. И в этой связи главная задача посольства, которое находится в Брюсселе, это расширение и укрепление торгово-экономических связей со странами-членами Европейского Союза. Рустем Жапасов, второй секретарь.
родился в Алма-Ате, закончил среднюю казахскую школу. В 1996 году закончил отделение персидского языка и литературы факультета востоковедения Казахского национального университета. Человек без мечты, как птица без крыльев. Так, в студенческие годы у меня тоже была мечта. Я хотел стать переводчиком главы нашего государства, восхищаясь его мудростью и умением возглавлять государство. В 2007 году, когда я, по моему мнению, хорошо освоил персидский язык, я поступил на работу в Министерство иностранных дел. В том же 2007 году я был направлен в Иранскую республику. Занимал должность третьего секретаря в посольстве Казахстана. В октябре 2007 года проходил саммит прикаспийских государств в Тегеране. В нем участвовал и наш президент. На протяжении всего его визита, с момента приземления президентского самолета и до отбытия президента из Ирана, я сопровождал его в качестве переводчика. Присутствовал при встрече двух президентов, переводил с персидского на казахский и русский языки. Так исполнилась мечта моих студенческих лет. Мой отец, Еркин Жапасов, на протяжении многих лет работает ответственным секретарем в газете «Казак Адебиеті». Когда я был студентом, в свободное время мы с отцом всегда обсуждали казахскую литературу, казахский язык, спорили на эти темы. Обычно в спорах я приводил в качестве примера восточных акынов, их литературу. Отец, в пример, приводил казахских акынов. Так обменивались мы своими мнениями. Один из важных моментов при изучении иностранных языков — это принцип узнавать все другие языки, но уважать свой родной язык. Если ты не знаешь своего родного языка, свою культуру, обычаи и традиции, и историю, то нельзя познать историю и культуру других народов. Как говорят, не узнав себя, нельзя узнать других. Молодые, высокообразованные, энергичные, патриоты своей родины, казахстанские дипломаты достойно представляют свою страну в Бельгии и таких организациях, как Европейский инвестиционный банк, Всемирная таможенная организация, НАТО, достойно представляют свою родину во всем европейском сообществе. После приобретения независимости началось становление дипломатической службы Республики Казахстан. Конечно, это были очень интересные годы, и я бы сказал, даже первые месяцы, которые, наверное, надолго останутся в памяти молодых тех дипломатов, которые работали на заре независимости Казахстана. Вспоминая конец 91-го и начало 92-го года, я просто хотел бы особо отметить парад признаний независимости Казахстана, который мы получали в Министерстве иностранных дел. Это происходило буквально ежечасно, ежедневно. Приходили телеграммы с различных уголков мира о том, что страны признают Казахстан в качестве независимого государства. Здесь я бы хотел особо отметить вклад тех казахстанцев, которые пришли работать в МИД республики, из головного министерства, которое располагалось в Москве. Мы решили вернуться на родину и помогать становлению независимого Казахстана. Труд дипломатов, он не такой заметный,
Но вместе с тем, тот вклад, который мы внесли за 20 лет независимости, он, в общем-то, огромен. Важным символом суверенитета и независимости является полноправное членство Казахстана в Организации Объединенных Наций. Как вы знаете, сегодня в ООН 192 государства. Казахстан стал 186-м членом этой организации. Для нас это тоже гордость и большая честь достойно представлять страну в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Сегодня мы имеем 73 дипломатических представительства. Я имею в виду посольства, генеральные консульства, консульства в различных странах мира. В целом наши посольства расположены практически на всех континентах. Я думаю, что, наверное, главным дипломатом в Казахстане является президент, а все мы являемся проводниками его большой дипломатии. Сегодня Министерство иностранных дел активно занимается продвижением и так называемой имплементацией инициатив главы нашего государства. Это инициативы, связанные с вопросами ядерного разоружения. Это инициативы, связанные с экономическим развитием государств. Сегодня МИД активно вовлечен в процесс интеграции на постсоветском пространстве. Вы знаете, создается единое экономическое пространство, работает таможенный союз. Конечно же, МИД активно участвует во всех переговорных процессах и, к нашему мнению, прислушивается в правительстве Казахстана. Последние два года Казахстан прошел очень большую школу многосторонней дипломатии. Речь идет о председательстве нашей страны в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая состоялась в 2010 году. За год было проведено более 100 мероприятий. Казахстан был вовлечен во все процессы, связанные с деятельностью этой организации, начиная от урегулирования региональных конфликтов до вопросов развития, осуществления прав человека и так далее. Завершилось наше председательство очень важным форумом, саммитом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который состоялся в городе Астане, в котором приняло участие более 30 глав государств и правительств. Было принято важнейшее решение о создании Евроатлантического сообщества безопасности. Вполне логично стало последующее председательство Казахстана в Организации исламского сотрудничества, которое началось с июня 2011 года. Наше председательство выпало на непростой исторический период, когда в регионе Ближнего Востока и Северной Африки начались большие геополитические события, связанные со сменой режима и появлением так называемого процесса арабской весны. Сегодня мы активно вовлечены в переговорные процессы, связанные с дальнейшей судьбой стран этого региона. Мы проводим сбалансированную и конструктивную линию в качестве председателя. Прилагаем максимальные усилия, чтобы в мире было меньше разделительных линий, особенно по религиозному принципу. Все то, что делает Министерство иностранных дел Казахстана, укрепляя, расширяя наши политические, экономические, стратегические контакты, направлено прежде всего на сохранение суверенитета и независимости нашей страны, направлено на повышение уровня благосостояния жизни нашего населения и, конечно же, направлено на укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе. Вот в целом такая, вот сказать, триединая задача, которую мы постараемся выполнять, и я думаю, что мы выполняем ее достойно.